случай произошел в научно-исследовательском центре города Чэнду 2 ноября 1992 года. Гигантская панда напала на мужчину, который решил отдохнуть возле вольера. На видео мы видим, как посетитель на несколько минут потерял бдительность и решил облокотиться на решетку. Панде это явно не понравилось, и она изо всех сил вцепилась в него. К счастью, ей удалось зацепить только куртку, хотя, честно говоря, неизвестно, чем все это могло закончиться, если бы бедолаги не помогли. Понадобилось трое человек, чтобы вытащить мужчину из цепких лап зверя. Thank you.